Инициатором работ стал глава города-курорта Юрий Поляков, который считает, что протоптанные людьми за многие годы тропинки надо превратить в уютные, выложенные плиткой дорожки. Первая из них, напомним, появилась недавно в сквере Гудовича, рядом с краеведческим музеем. Работы проводят специалисты муниципального предприятия «Ремстрой», которым предстоит уложить 50 квадратных метров тротуарной плитки.